Передача знаний, навыков и опыта. В исполнительных органах власти Ненецкого округа начнет работу Институт наставничества. Соответствующее положение в соответствии с методикой, разработанной Министерством труда и социальной защиты России, утверждено администрацией региона. Наставничество направлено на обеспечение профессионального становления, развития и должностной адаптации госслужащих. Наставничество будет устанавливаться на срок от 3 месяца до 1 года. Наставник должен иметь высшее профессиональное образование, стаж госслужбы не менее 5 лет, высокие результаты служебной деятельности и авторитет в коллективе. У одного наставника может быть не более 2 подопечных. По истечении периода наставничества будет готовиться заключение об итогах выполнения адаптационной программы. Наиболее эффективные наставники могут рассчитывать на присвоение очередного классного чина, включение в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности и материальное поощрение. Главам муниципальных образований Ненецкого округа также рекомендовано разработать аналогичное положение о наставничестве. Yeah.